Приготовьте макулатуру, батарейки и пластик. В Первоуральске пройдет акция «Утилизация». Общественники в юбилейный 15-й раз приглашают горожан принять участие в сборе вторсырья и опасных отходов. Все средства, которые мы выручим за вторсырье, будут переданы вот так вот в благотворительность. А опасные отходы нам вновь поможет утилизировать Первоуральский новотрубный завод ТМК, потому что это действительно дорогостоящая утилизация, и мы рады, что уже 4-й год нас поддерживает городское предприятие. Эко-волонтеры общественного движения «Город первых», работающего при поддержке Первоуральского новотрубного завода ТМК, организуют акцию «Утилизация» уже 4 года. За все время было собрано более тонны металла, 10 тонн макулатуры, 200 килограммов пластика, а в Общество защиты животных переведено более 100 тысяч рублей. В этот раз акция пройдет 29 января на площадке, расположенной за ДК Первоуральска, напротив Центральной библиотеки. С 12 до 14 часов первоуральцы смогут принести пластик, бумагу и металл. Все это отправится на переработку. Батарейки, ртутные градусники и люминесцентные лампы общественники тоже будут принимать. Эти опасные отходы утилизируют. Организаторы утилизации напоминают, перед тем, как принести бутылки, например, из-под молока или растительного масла, их нужно помыть, иначе вторсырье может испортить всю партию. Макулатура также не должна быть в жирных пятнах. Акция направлена на улучшение окружающей среды и повышение экологической культуры первоуральцев.